Добрый день всем зрителям и любителям футбола. Рады вас приветствовать на чемпионате Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов «Дивизион А». Номер 87. Максим Казанков. Номер 95. Артем Гуськов. Главный тренер Аркадий Кондратов. Внимательно последим. Подача на дальнюю штангу. И как же были близки хозяин для того, чтобы открыть счет. Прекрасная подача на дальнюю штангу. И готов был здесь замкнуть этот навес. Контратака очень опасная. Такой выжидательный начал игры принял Зов. Дал возможность хозяевам провести ряд опасных атак. ФК Зов вполне претендовал на первый по-настоящему опасный момент в этой игре. Победа 3-1 против Торпедо стала таким началом, возможно, нового вектора развития команды 2007 года рождения. Но, как мы видим, сейчас завершается атака голом в исполнении футбольного клуба Зов. Это 22 номер Золотарев. Отличился, воспользовался разрезающей передачей. И здесь секундная потеря концентрации против более опытного и сильного соперника может дорогого стоить. Опасный сейчас был подход. Атаковал Данил Древнов. Но, как мы видим, ранее было зафиксировано положение игры. Казанков разворачивает и отправляет в прорыв Руслана Сайфуллина. Тот уже внутри штрафной площади. Прострел. Мяч катится вдоль ворот, но не попадает в сетку. Активная борьба. Здесь и Демин в нее включается. Хороший подход был. И в свободное пространство на Цибулину здорово он разогнал. Но вот с последней передачи не все так здорово вышло с технической точки зрения. Подача в направлении матча Данисяна. Тот перекидывает вратаря и удваивает преимущество Зова в этой встрече. Слишком легко получил этот момент футбольный клуб Зов и реализовал опасный момент с забитым голом. Передача из-за спины и восьмой номер Маки. А Танисян отличается. Настоящий уровень профессионализма. Продолжается атака. Здесь счет до крупного вполне мог довести Руслан Сайфуллин. Наносил он удар из предела штрафной площади. Удар сместился в центр и сыграл короткую стеночку с Казанковым. И сейчас вновь активно вступает в прессинг. Имеет хороший момент. Удар издали. Справляется с ним Демин. А на добивание выше. Получает мяч Смирнов. Вот такой розыгрыш предложил Родина своему сопернику. Подбор, удар. И каким-то чудом спасает. Но великолепный, на самом деле, момент имела команда Родина для того, чтобы сократить отставание в счете. В руки Даниила Демину. А у нас в голове до сих пор. Вот этот уже выстрел издали Погосяна. И звучит финальный свисток. 0-3. Команда Родину уступает. Вверх, вперед, Зов. Спасибо, что были с нами. Следили за этим матчем вместе со мной.